Да, слева, короче, от входа надо перелезть. На Ctrl-V. По мне. А слева. Да. Юг, юг. Вас смотрю! Надо угнать. Блять, угнали. Неплохо. Ёпта мать! По мне! Блять, кто вот на меня Костович, блять! Ты чё, блять, угораешь что ли? Хули по мне стрелять на нас? Ты чё, ебанутый? Ты вас... Блять! No, please. Бля, фига она резвая. Только на тормоз не дави. Коробочка на туза не дави. Так, бля. Поедем к вам. Минусы. Минус отделения. Ни хрена себе, да. А что случилось? В машине пыль. Сейчас ПДВ сказали, что Смитс... кричал сосать, взорвался. Тупо карма. Ебать. Самир, изи. Изи лефт. Изи лефт, Самир. Самир, you will wreck the car! Чувак, давай не будем, блядь, мы хотим этот... поиграть. Самир, slow down, Самир. You have to listen to my call, Samir, please. Oh shit. Блядь, только не на завод. Резко направо, резко направо. Fast, medium, right, listen. Один страйк выбит. Вова, дальше. Меня там скилл. Вот дальше. Так, а теперь ему надо на крышу запаркуриться, блядь, запарковаться. Он разгон берет, блядь, сейчас его обрушат нахуй. На этих, посмотри, Гроу и его. Да, да. В одной хате, блядь. Пацаны, я в двушке живу. Соседи, блядь. Ебать, что там сосед делает, интересно? Сосед перфоратор. Ты бы нахуй его сдал, наверное, лучше. А у них подъезд разный. Интересно. Ничего страшного, у них подъезд разный. Подъезды разные, да. Блядь. Ой, блядь, ой, блядь. Стену прострелить, убить можно? Они все равно не видели друг друга. Да ладно. Да ладно, блядь. Серьезно? Гроу. Давай, 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 через стеночку. Ну. Он его услышал, по крайней мере, да. Блять, он уж, сука, не по кругу ходит. Ну, еба, красава. Ой, хорош, Гроу, блядь. Ой, сейчас его пизды дали. Давай, тяни, 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 тяни. Подожди, он летит. Давай, о, подожди, он приземляется, блядь. Чего, блядь? Сука, запись не включена. Подожди, он реально летит. Ебать. Чуть-чуть не долетел. Не, я сразу понял, что что-то не то, потому что он как-то начал поворачивать. Сука, нет, да Эндрю сейчас запиздит его. Блять. Да, Эндрю запиздит. Вот что такое Эндрю, нахуй. Сейчас он, блять, про пензу свою расскажет и в спину, нахуй. Блять! Нахуй. Давай, давай, давай. Бах, мимо. Блять, давай, давай! Второго, второго! Блять! Ну заехал мастерски, так сказать. Но, бля, чувак, Крэш, вот чтоб ты видел, да, слева забор видишь, где лежит Эндрю и этот. Ну... Там второй труп под забором, его вобла сбил вместе с забором. Ну, да, я видел. Я с пулемета. Соседняя баржа, блядь, я не один. Внимание, говорит, береговая охрана Российской Федерации. Говорит береговая охрана Российской Федерации. Просим развернуть вонючий буксир и два патрульных катера. Давай, короче, полный вправо. Сейчас мы их двоих, блядь, зацепим. Не дотянемся. Как корабль называется, мужички? Беда. Надо как-то назвать. Ну надо пакет с соком как-нибудь, знаешь, соответствующий. Добрый. Ты видел, как это говно едет? Я вижу, как оно плывет. Нихуя себе! Вы видели, блять, это? Че это за хуйня была сейчас? А кто улетел?
Крэш улетел? Ёб твою мать. Отойди оттуда, отойди оттуда. Блять! Да вы чё, нахуй? Отойдите от этой ямы, блять. Это все, это ловушка для долбоёба вьетнамская. Ты посмотри, какая нахуй. Ветки натянули, они туда попадали, блять, и на 500 метров летели. Охуенно. Лучше по крыше. Хуярь по крыше. Готов? Готов. Давай. Уходим. Уходим нахуй. Опа. Все. Я. О, гуки, гуки, блядь. Давай, докладывай дальше. Идем на запад. Пойдем послушаем. Приходим в город. Так. Смотрим, как они. Как там по позициям и, короче, блядь, занимаем их. Кого их? Позиции. А. Они ты уточняй. Если хорошо попросить и налить. Если хорошо схватить. Как называется позиция. Ликер? Амаретто? Бояра? Амаретто, блять, базаре. Понятно, короче, быдло в конфе. Ебать. Подожди, нахуй. Ты нахуя каску-то надел, ёб твою мать. Либо это самое, либо там... Пиздец. Поэтому, если его нет на карте... Каска охуенная, да? Все же просто сдохли. Защита спасла. Че, вы идете? Я до последнего, блядь, тянул резину, думал, да что ж за хуйня, блядь. Где-то в этом, один человек, походу, сидит. Там кубу подстрелили. Чисто там всякие... Ты бы каску все-таки поменял. Да, какой смысл уже? Ну ладно, там просто... Там два отделения просто сидело, что-то... Ну, такое, видишь, как ты защитила сейчас. Саня, выходи на связь, или они на связи как раз? Ты у меня как раз за свете шел еще, я думал, да пиздец. Еще машет мне идет. Да, 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 там прям зоны. У входа, где метки, как десиката, враг. Я посрался. Он дальше, блядь, едет. Ему похрен. Сука, ни гусеницу не сбили, ничего. Давай, 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 давай. Поесть! О, нихуя граната. Есть, минус один. Там наши бегут. Блять, он живой еще. Я надеюсь, что это, блять, не наш был. Но минус я дал. Танкисты. Пидарас. А, мам, пиццу крикнешь громко? Вот так вот, мам, пиццу, вот так вот, погромче только. Нет. Так вот, мам, пиццу! Слушай, я так знаю, вот Миша сделает. Ну попробуйте кто-нибудь. Может вам реально пиццу сделают. Нет, уже не прокатит. Вот мы здесь и собрались. Чё, где лодка-то, блядь? Три. Куда? Да? Неплохо. О, ну это минус суши. Да, это пиздец, блядь. Ну чё, на народ? Может кто-нибудь прыгнет? Ба! Миш фонг, блядь, пал, добил. Он чё, всё? Да, он всё. Бля! Точно прыгать? Да прыгай, не суй. Всё, главите. Джеронимо! Нормально. Зачем артропин? Артропин? Кайфовать. Это с авианосца, извините. Да-да-да. Они ж не могут нормально вратать, они вот так по-дебильному вот так взлетают. Ну точно. Вот это моя. Разгон бери. Я. Нормально. Да-да. Я заснял. Боже, ты что, мы сейчас только что тверк танцевал, как рекордный голос. Неплохо. Ебать, опять нахуй. Классно. Это арма. Прикинь, сейчас такой пролаг где-нибудь в метро в Москве происходит, блять. Постоянно. И знаете, такие в вагоне люди такие, эй, блять, да что ж такое? Вот в натуре это не шутка. Нахуй, твоя рука не дрогнет, не тормози. Вот смотри, между камнями только прицелься, и лучше правее взять, чтобы мы подлетели. Вот, где деревья, давай. Полный вправо, чуть-чуть вправо, полный вправо. Наша метка назвала. Давай!
вон, в метан, блядь. Говорит береговая охрана Российской Федерации. Слава Украине! Высадка, блядь! Ёбаный. Нахуй, направо. Это корректировщик ебаный. Да. Могу, блядь, по вышке попробовать ебать. Могу, в принципе. Тебе въебать? Это, по-моему, был по мне, блядь. Да, это был по мне. До свидания, Светлана. Смотрим на крыше. Нет, блядь, это был не по мне. Ну, Горгона кончилась. Идите на шопоточку. По мне. Блядь, кто возле меня? Костович, блядь. Ты чё, блядь, угораешь, что ли? Хули по мне стрелять-то нахер? Ты чё, ебанутый? Ты матки... Неплохо. Ёб твою мать. Вижу корректировщика в настройке. Сейчас буду работать. Давай. Ебать. Блядь, прямо по мне мина прилетела, живой остался. Кто настройки? Ебать. На белый я. Блять. Красиво. Блять. Ах, ни разу не попал. Ебать, даю. О, это, короче, с 300. Да. Там на горе что-то стоит, по-моему. Да, на горе там что-то стоит. Ни разу не попали. Класс. Флажки, да? Ага. Меня там всего на крыше обстреляли, блять, убежал, просто встал в полный рост. Сейчас, я пошел. Пошел, блядь. Ну он ушел куда хотел, видимо. Вальгалла. Я взял твоя бу, и я ее ебу, и мой...